Всем привет! Итак, посмотрел я вторую часть «Майор Гром и Чумной доктор», и что-то так захотелось их вылепить. Я раньше лепил уже, кто смотрит канал, уже вот этих персонажей, хоккеистов лепил. И сейчас покажу, что получилось. Самое интересное, это, значит, вот в этом, в конце фильма, есть вот это как комиксы, рисунки, анимация. Ну, здесь можно выбрать кое-какие по кадровке ситуацию и попробовать сделать анимацию. Так, все, вот это по фильму, значит, теперь модели. Итак, получился у меня вот такой вот майор Гром. Не знаю, похож, не похож. Ну, нереалистичный, а комиксу больше так приближенный. Ну, такая штукенция. Итак, у него присутствуют кости. Вот этим ригом можно пользоваться. Посмотр, все тут рабочее. Опять же, модельку эту всю отдаю. Если кто-то посмотрит фильм, возможно, что-то захочет сделать именно с этими персонажами. Персонажей для скачки вот этих я не нашел в интернете. Ну вот, решил это дело восполнить, да? Так, это вот, значит, майор Гром. Ну, также у него присутствует что? Давайте посмотрим. Это, значит, кепка. Вот так. Значит, это у него получается жакет. Также майка. Штанишки. Ну, вот такая штука. Глаза отдельно, ну и обувь тоже отдельно, туфли. Вот это дело можно потом использовать, возможно, на каких-то других персонажах. Вот эти вот шмотки. Ну, кепку точно можно. Кепка прикольная получилась, сам делал. Вот так вот. А это вот первый вариант, значит, так, майор вот в таком виде был. Чуть-чуть он мне не понравился. В блендер вид его, и я его переделал. Так, этот файл тоже я отдаю. Здесь получается, что головы вы можете вот подставлять. Значит, тут, как их там, главарь. Так, вот это главарь, это значит псих. Или как он там называется. Ну и вот еще один персонаж вот этот. Так, здесь присутствует, значит, костюм. Замок идет отдельно. Замок — это кисточка в ZBrush. Так, что еще тут присутствует? Кеты. Вот такие кеты. Так, еще что? Так, ну а здесь есть вариант, если кто-то из вас захочет, можно вылепить лица уже и сделать их под анимацию, типа, ну уже полный комплект, так сказать. Еще нужен автомат Калашникова, там оружие, ну это возможно можно скачать с интернета. Где-то у меня автомат Калашникова я делал, надо посмотреть, возможно где-то завалялся. Сюда его как раз он будет в тему. Ну, вот такие вот персонажи, вот такой вот файл получился. Ну, давайте посмотрим в ZBrush, как это все дело выглядит. Итак, вот первый майор Гром. Вот такая у него раскраска. Вот такой у него внешний вид. Здесь он, конечно, и цвета получше выглядят, чем в Blender. В Blender все равно как-то другая цветовая гамма. Получается, если ZBrush темный костюм, допустим, или штаны, то это все в Blender светлее становится. Ну, вот такая штука. Вот здесь саптулы по бокам. Если кому-то надо, я и этот файл могу тоже прикрепить, выслать. Так, что еще тут? Давайте посмотрим, как выглядят, значит,
Бандиты. Так, это значит громила, главарь и кто еще тут? Псих. О, значит, громила. Как выглядит? Вот так вот выглядит громила. Здесь, конечно, и сетка поплотнее, и полигонаж получше. Так, это значит N. Так, 4 миллиона полигонов почти. Вот такая плотная сетка, это DynaMesh. Ну, так все выглядит более четко, нежели я уменьшал для анимации полигонаж. И, конечно, вид чуть-чуть, возможно, стал похуже. Ну, тоже такие вот файлы. Вот такой вот внешний вид тут. Ну, вот такой обзор. Если кому-то надо, ссылка в описании, качайте, вставляйте кости по роликам и пробуйте делать анимацию уже с майором Громом и вот этими психами. Все, всем пока, до свидания.